Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это выпуск рубрики «Мнение дилетанта». Сегодня я хочу с вами поговорить об итогах правления Владимира Владимировича Путина. 18 лет. На самом деле я это видео хотел немножко раньше записать, но тогда бы получилось, что оно перед выборами президента России, и вдруг бы я повлиял на ситуацию и выбрали бы другого человека. Нет, я не должен был влиять на выбор россиян, тем более, что я гражданин другой страны, Беларуси, поэтому вы сами выбрали Путина снова, вам с этим и жить. Я же хочу вот подвести такой итог 18 лет правления. Сначала поговорим о плюсах, потом о минусах. Но прежде чем перейти к главной теме, мне всегда в комментариях почему-то пишут, что мои видео проплачены кем-либо. Вот последний комментарий по этому поводу был к видео про за или против легализацию наркотиков. Лёша в одном из прошлых видео читал комментарий, где его в шутку подозревали в том, что он отрабатывает темы на заказ. То есть ему платят денежку за то, чтобы он обсуждал и убеждал людей в том, что выгодно заказчику. Честно говоря, если посмотреть на темы его неигровых видео и то, что он обсуждает, шутка кажется правдой. Особенно если учесть, что Лёша зачастил в США, а они являются сейчас единственным и главным борцом в мире за легализацию наркотиков, якобы в лечебных целях. Конец цитаты. Ну, тут много. Во-первых, зачастил в США — это один раз, видимо, это съездил, это зачастил. Во-вторых, выгодно заказчику. Заказчику какому? Вы понимаете, что у меня непопулярный канал? Как бы мне этого не хотелось, но 100 тысяч подписчиков и там миллион просмотров в месяц — это непопулярный канал на YouTube абсолютно. Тем более, что он у меня как раз посвящен играм. То есть то, что я с вами обсуждаю вне игровых видео, оно к этому ко всему не относится. Ну, неважно. Я это вообще к чему? Раз человек считает, что мне платят за это деньги, то я открыт для предложений. Если кто-то хочет, чтобы рубрика «Мнение дилетанта» выходила чаще, то давайте спонсировать ее, станьте спонсором, и я буду чаще выпускать «Мнение дилетанта». Единственное, что все-таки, как бы вот не хотелось этим людям, я не буду делать видео на заказ, то есть чтобы вы мне говорили тему, расскажи вот как оно, вот так и так и расскажи, тогда мы тебе заплатим. Нет, вы спонсоры «Мнение дилетанта», оно просто выходит чаще. А уж темы... Ну, хотя нет, тему, конечно, можете предложить, но как я ее подам и за что я буду, как вот человек говорит, убеждать людей, это уже мой выбор. Хорошо, договорились? Ну и вообще всегда «Мнение дилетанта» — это о том, чтобы находить разные точки зрения. То есть я высказываю свою точку зрения, а вы в комментариях со мной спорите, ну или соглашаетесь и высказываете свои точки зрения. В этом и смысл, а не в том, чтобы убеждать и пропагандировать что-либо. Ну, давайте теперь к главной теме. Начнем с плюсов. Ну, во-первых, конечно же, решение чеченского конфликта. Все-таки это было серьезной проблемой во время правления Ельцина, и когда Путин пришел на волне своей популярности еще премьерства в 99 году, довольно быстро была завершена война с Чечней, этот конфликт, и это помогло переизбраться Владимиру Владимировичу на второй срок. И я бы это назвал вообще главным достижением Путина, самым основным, если хотите. Дальше сохранение целостности страны, централизация и уменьшение сепаратизма, потому что в 90-х, думаю, многие помнят, что и Татарстан, и Башкортостан, и многие другие небольшие республики России хотели вслед за республиками Советского Союза тоже повыходить из состава. Это было довольно большой проблемой. На данный момент, по-моему, она решена. Это тоже, несомненно, заслуга президентства. Модернизация армии и возрождение оборонно-промышленного комплекса. Сейчас довольно много опытных образцов нового вооружения, это все разрабатывается, применяется на службе армии, возможно, и участие в конфликте Сирии одно из звеньев этой цепочки, что Россия новое вооружение обкатывает. То есть здесь, несомненно, есть прогресс, особенно по сравнению с тем, что творилось в 90-х годах, и это тоже одна из
одно из главных направлений развития вот, во время президентства Путина. Ну и премьерство. Я уже не буду, извините, вытаскивать эти 4 года президентства Медведева и говорить, что тогда Путин никакие решения не принимал. Я все-таки считаю, что 18 лет Путина были от начала до конца. Улучшение ситуации с безопасностью в стране, то есть снижение убийств. Возможно, это, конечно, все в заслугу президентства, но тут скорее это следствие улучшения вообще общего экономического климата в стране, снижение бедности, это тоже в плюс можно занести, и, собственно, это повлияло и на всю криминальную обстановку в России. Возрождение агропромышленного комплекса. Сейчас, по-моему, Россия на первом месте по экспорту зерна, по экспорту курятины, если я ничего не путаю, надо посмотреть цифры. Но в любом случае, один из лидеров. По сравнению с тем, что было, опять же, в 90-х, когда это все закупалось, те же ножки Буша, нехватка зерна существенная, то проблема с едой, слава богу, решена. Улучшение ситуации со сбором налогов и вообще вывод бизнеса из тени, когда стало выгоднее заниматься открытым и честным бизнесом, чем какими-то серыми непонятными вещами. Не до конца, правда, честно скажем, но тем не менее снижение государственного долга. Ну, то есть все нефтяные доходы, не все, что я говорю, нефтяные доходы шли не только в карман чиновникам, но и на снижение долга страны. То есть сейчас Россия, по-моему, вообще никому нигде ничего не должна. Как еще одно из последствий улучшения экономической ситуации, снижение смертности в стране, когда впереди есть какое-то будущее, а не беспросветное серое нечто, то и жить хочется, и бухать меньше хочется, и рождаемость увеличивается. Кстати, жилья строят вообще максимальное количество, даже по сравнению с Советским Союзом. Жилищная проблема, слава богу, решена. Централизация вертикали власти. Я это отнесу к плюсу правления Путина, хотя на данный момент это минус. Но вначале это было правильным и нужным решением, потому что иначе невозможны были бы реформы и наведение порядка в стране, действительно. То есть в любой стране после слома прошлой системы нужна сильная центральная власть. Сейчас же, когда требуются изменения и прогресс, то, конечно, такая сильная централизация власти, как есть сейчас, уже неправильна. Сохранение баланса между политическими и олигархическими элитами. То есть Путин выступает главой, считайте, и тех, и других кланов, умело их разводя, их не сталкивая в конфликтах. Для примера, та же Украина, где постоянно олигархи между собой, грубо говоря, воюют, и поэтому, собственно, к Украине такое нелестное отношение во многом, потому что, мол, то один олигарх, то другой захватывает там власть. В России этого нету, и это, несомненно, тоже заслуга Путина. Прогресс в цифровых услугах государственных, то есть когда это все переводится в режим одного окна, когда вы можете многое оплатить через интернет, как бы это ни банально звучало, но в этом плане Россия обгоняет многие зарубежные страны. Это сделано удобно и современно, действительно. Взвешенная бюджетная политика. У России практически нету ни внешнего, ни внутреннего долгов. Поэтому каких-то угроз суверенитету от кредиторов быть не может. Соответственно, и потрясений на внутреннем рынке из-за большого внутреннего долга вряд ли можно ожидать. И это последовательная политика во время правления Путина. Здесь, правда, можно задаться вопросом, стоит ли это относить в заслугу именно Путину, а может, скорее его экономистам, например, Кудрину или Грефу. Но давайте будем считать, что Владимир Владимирович тут тоже внес посильную положительную лепту. Ну и, наконец, сохранение относительной свободы слова. Я говорю относительной, потому что, конечно же, она преследуется, свобода слова преследуется в России, но я сравниваю со своей родиной Беларусью, где вообще просто все прям жестко ограничивается. И в России пока на данный момент не так все плохо. Да, федеральные средства массовой информации под жестким контролем Кремля, но допускается высказывание других мыслей, оппозиционных идей, так что
Но мне, опять же, кажется, что это пока, пока. Ну, еще к экономическим плюсам забыл добавить низкая инфляция. Правда, этот результат достигнут ценой практического убийства частного сектора и инвестиций. Так что сложно сказать, плюс это или минус. Теперь давайте перейдем к минусам. Во-первых, полнейший провал интеграционных процессов в странах бывшего СССР. Если в 90-х казалось, что СНГ – это предварительный этап перед очередным объединением, то сегодня представить, что Россия объединится даже с той же Белоруссией или Казахстаном, самыми своими сейчас близкими партнерами по тому же таможенному союзу, по-моему, невозможно. Ни Беларусь, ни Казахстан не являются сейчас ни стратегическими, ни политическими союзниками России ни в каком виде. Россия уже сколько раз пыталась в Беларуси организовать военную базу, даже хоть в каком-то малом виде. Лукашенко категорически постоянно против. То же самое касается и Казахстана. Ну а что с Украиной произошло, я думаю, все и так видят и понимают. Внешняя политика, договороспособность Путина, вообще дипломатические его способности, они никакие. Он просто не в состоянии вести дипломатию с соседями, да и с другими странами. Он просто выступает с позиции силы. В общем-то, питерский гопник во всей своей красе. Несомненно, Россия великая держава, несомненно, она сильна. Доблесть сильного именно в нормальном отношении со слабыми. Это банальные вещи. И как бы мне ни говорили, вон, посмотри, как США себя ведет с другими странами. Вот именно, посмотрите, совершенно по-другому. Вот это дипломатия. Когда они находят все, как минимум, находят все союзников в каких-нибудь их аферах. Я не говорю, что они правильно поступают там в каких-то частях света, но дипломатию-то они ведут и договариваются и находят себе сторонников, в то время как Россия сейчас в полнейшей международной изоляции во всех сферах дипломатии. Это вот итог правления Владимира Владимировича. Негативный итог. Сюда же отнесем последовательное приближение сил НАТО к границам России. Из-за всех вот этих действий российской дипломатии, НАТО уже в странах Прибалтики, уже договариваются с Украиной, а усиление геополитического влияния США в Украине, Грузии, Азербайджане, Киргизии очевидно. И я не скажу, что это заслуга именно Белого дома. Это именно что провал России. То есть эти проблемы во многом Россия под руководством мудрейшего привезла себе сама. Денежно-кредитная политика, не отличающаяся высокой степенью адекватности. Систематический вывод огромного количества капитала, еще и не факт, что нажитого честным путем. Перманентно завышенные реальные ставки. Ну, я думаю, вы понимаете, что экономика и денежная политика в некотором смысле части одного целого, но это разные вещи. Это просто, если вы меня будете спрашивать, почему я там экономику в плюс ставил, а здесь денежно-кредитную политику в минус. Постоянное влияние на курс рубля Банком России. Местами искусственное его сдерживание с помощью резервного фонда. То есть замкнутого контура финансовой системы в России не существует, который есть в любых развитых западных странах. Соответственно, невозможность проведения свободной эмиссионной политики. Слабая экономика, слабые темпы роста экономики, потому что все было завязано на сырье. Снизились цены на нефть, на газ, получаем стагнацию. Просто чтобы вы понимали для сравнения, с 2000 года темпы роста экономики являются в России самыми слабыми не только по сравнению с другими развивающимися странами, то бишь, ну, те же БРИК возьмем, там, Бразилия, Индия, но и с другими странами СССР бывшего. Правда, за исключением Украины, Грузии и Молдавии. Ну, Молдавия это вообще такая пиндюлька. А Грузия и Украина пережили войну. Собственно, за что тоже можно спасибо сказать России на минуточку. Украина продолжает даже переживать. А с 2007 года темпы роста экономики России являются слабейшими в мире, не считая Украину и Грецию.
Вот вам, пожалуйста. Проваленное полностью развитие науки и технологий. Я думаю, тут даже не надо какие-то аргументы приводить. Если раньше инженер и ученый были почетными профессиями, то сегодня они радостно уезжают из России в другие страны и получают Нобелевские премии, уже являясь гражданами других стран. Продолжительность жизни. Вот с этим вообще большие проблемы в России, особенно в центральных частях России. Именно там, где живет в основном русское население, чистые такие русские. По этому показателю Россия уступает не только уже упомянутым Украине и Молдавии, но даже, представьте себе, Ливии и Северной Корее. В России средняя продолжительность жизни меньше, чем в Северной Корее. Я соглашусь, что вообще к методике определения продолжительности жизни можно придираться, и есть разные варианты. Возможно, там в России выше, надо понимать причины, почему так происходит. А потому что слабая фармацевтика и медицинское оборудование в больницах. Те, кто был в российских больницах, понимают, о чем я говорю, и в основном, как мне кажется, еще более-менее какое-то лечение в нашей, вот в России, держится на замечательных врачах. Они своими знаниями еще могут вытянуть безнадежные, ну, хоть как-то вылечить пациента. При таких огромных доходах не создать нормальные условия для лечения людей – это несомненный провал. Более того, на данный момент идет тенденция на уменьшение количества больниц, клиник и койко-мест. Знаете, такое ощущение, что россияне внезапно стали меньше болеть. Ой, нам уже не требуется столько больниц, давайте сокращать врачей, медсестер и так далее. Кучу историй в интернете можно прочитать о том, как сейчас врачи зашиваются от усталости из-за возросшей нагрузки. Естественно, они не могут начать лучше лечить больных россиян. В итоге получается, что вместо декларируемой бесплатности медицины в России она становится платной, причем безо всяких гарантий. То есть я уверен, что мне в комментариях кто-нибудь сейчас хочет написать: так иди в платную клинику, там тебя точно хорошо вылечат. Да, замечательно, но в западных странах, даже несмотря на платные страховки, бесплатная медицина вас тоже вполне может вылечить. Вас не выкинут на улицу, как вам рассказывает пропаганда по телевизору. В России вас, правда, тоже не выкинут, но и не вылечат при этом. И даже, наверное, выкинут через какое-то количество времени, которое вы провели в больнице, не вылечившись. Все у нас по нормативу, типа, ваше время пребывания тут закончено. Не, я, может, не прав. Напишите мне в комментариях, какая у нас замечательная медицина в России сейчас. В эту же копилочку и ситуация с образованием. Мне тут, по-моему, даже не надо ничего говорить. Достаточно сказать, что все дети наших чиновников и тех людей, которые находятся у власти, учатся за границей. Что еще можно говорить о нашем образовании? О нашем, опять же, говорю про Россию. Я вам приведу пример с Белоруссией, например. Все дети и внуки Александра Григорьевича Лукашенко учатся в Беларуси, так, на минуточку, и всех наших чиновников тоже в Беларуси. В этом плане, например, я, несомненно, считаю, что образование в Беларуси лучше, чем в России. Вот простой пример. И поэтому уже в России ощущается нехватка квалифицированных умных кадров. Можно сказать, что и поэтому мой канал про умные игры менее популярен, чем про любые другие доты и лолы. Но, конечно, к играм на игры это нельзя экстраполировать, на самом деле. Это никак не связано с интеллектом и образованием по-хорошему. А причина тут проста. Потому что малообразованное население всегда проще в управлении. Ему любую пропаганду лей в уши, без критического мышления он будет ее радостно хавать и строем идти за своим фюрером. У нынешней власти нет цели развивать страну. У нее цель выкачивать ресурсы и получать за это деньги. Еще что я говорю, получать деньги. Выкачивать ресурсы и воровать деньги на них. Получать за что они получают, они же не сами выкачивают. Поэтому не надо готовить высококвалифицированные кадры для развития страны. Отсюда следующая проблема – это утечка мозгов, которую я уже вскользь вначале упомянул. То есть все, у кого есть какие-то умения, способности и желание их применять,
Они просто вынуждены уехать из России, даже не потому, что она какая-то плохая страна, им просто негде применить свои знания. Как я и сказал, от культа ученых и инженеров перешли к культу олигархов, бандитов и подонков, хамов и гопников. Вот это сейчас самый лучший тип поведения в России. Этим вы хоть чего-то можете добиться. Туда же, в эту же копилку, отсутствие социальных лифтов, все хорошие должности, заняты какими-нибудь сынками, дочками, внучками, жучками чиновников, у которых есть какая-то власть, они на этом зарабатывают деньги, могут вас взять каким-нибудь секретарем, чтобы вы за них всю работу делали, получали, конечно, естественно, намного меньше, никакого роста, соответственно, никакой возможности подняться выше. Трудолюбие, целеустремленность и талант вам в этом не помогут никак. Смиритесь заранее. Я уточню, опять же, периодически приходится уточнение делать, потому что в комментариях иногда приходят люди, которые не в состоянии, знаете, там, продумать несколько шагов вперед. Естественно, я говорю про такие общие профессии. Ни в какую программистом вы, например, не можете посадить приблотненного сынка, который нифига не будет делать, потому что там я сразу видна работа, да, или спортсмена продвинуть на Олимпиаду, ну, хотя иногда и такое бывает, там, в каких-нибудь видах спорта, где Россия не претендует на медали, может и сынок съездить. Я говорю о каких-нибудь руководящих должностях, о денежных должностях. Низкая производительность труда. И причина не в людях, а в том, что у нас фиговое управление, это вот итог той самой утечки мозгов и кумовства на рабочих местах. Ну, то бишь, неэффективный менеджмент. Устаревшее оборудование, армию мы модернизировали, а производство нафиг надо. И общая дегенеративная структура экономики. Просто я вам сейчас зачитаю цитату, это лучше объяснит, что я говорю. Разница в чистом реальном доходе после выплаты всех налогов и сборов по паритету покупательской способности между схожими профессиями с одинаковой производительностью – таксиста, продавца, парикмахера – между Россией и Германией заключается в том, что в Германии ввиду высокой концентрации отраслей с высокой добавленной стоимостью происходит перебалансировка доходов в менее доходные отрасли. Ну, такое сложное, да, сложный абзац. Условный таксист в Германии, одинаково работая с условным таксистом в России, будет жить лучше, потому что в его стране есть другие отрасли с высокой добавленной стоимостью, доходы от которых перераспределяются на его уровень, на уровень ниже, с которых он получает больше денег. Но царица цариц в России – это коррупция, с которой Путин борется постоянно, и она никуда не девается. С какой-то мне знакомый говорил, что как классно в России, потому что все проблемы можно деньгами решить. Ты там занес денежку, и все, у тебя нету проблем, ты делаешь бизнес. Как классно. Но знакомый забывает, что вся эта денежка потом вкладывается в стоимость продукции, которую мы с вами покупаем или используем, или производим. За счет этого в России, казалось бы, обычные вещи почему-то стоят все дороже и дороже. Или другой вид коррупции. Например, конкурируют две фирмы. В нормальном обществе они бы производили все лучше и лучше продукцию, например, и снижали бы цены, ну, в идеальном, да, в идеальном мире. Что происходит в России? У одной фирмы есть связи во власти, у другой нету, и одна просто кошмарит другую или ее захватывает, какой-нибудь рейдерский захват. На этом конкуренция заканчивается, нам пихают говно по цене золота, а деваться нам уже некуда. Ну, как бы рассказывать о минусах коррупции, по-моему, странно. Здесь видео про итоги правления Путина. Вот вам итог. Коррупция не побеждена, и даже нету намека на то, что с ней хоть как-то борются. Следующая тема, вообще моя любимая, это судебная власть. Я вам всегда говорил, что должно быть три власти: судебная, законодательная и исполнительная. Они должны быть независимы друг от друга и разделены. В России это все срослось, судебная власть всегда пойдет на поводу исполнительной, отсюда и
та же самая коррупция, когда суды будут выносить приговоры в пользу коррупционеров и в пользу власти придержащих. Доверие к судебной системе у нас очень низкое, поэтому в России принято решать все дела между собой, там, кулаками, ну, практически анархия, можно сказать. Эта проблема, естественно, никак не будет решаться, потому что власти выгодно иметь свою карманную судебную систему, чтобы она выносила решение в ее пользу. Это жирнющий минус на развитие страны, но Владимир Владимирович, естественно, его никогда решать не будет. Следующий минус – это слабое развитие инфраструктуры. Уже сколько лет прошло, но ни строительство дорог не происходит, ни развитие ЖКХ не происходит, несмотря на огромные доходы от продаж нефти и газа вот, раньше. Структура, это, инфраструктура в стране – это, считайте, кровеносная система человека, по которым по телу разносятся питательные вещества, а по стране двигаются фуры с грузами, перемещаются люди, находят место, где себе получше. В России этого нет. И более того, строительство дорог, что, кстати, странно, мне вот интересно это исследовать. Казалось бы, на дорогах можно большие откаты делать, распилы, да? А строительство дорог снизилось даже по сравнению с Советским Союзом. 3 раза, по-моему, где-то у меня тут цифры были. А, нет, в 3 раза по сравнению, чем в 2000 году, и в 6 раз меньше, чем во времена СССР. И никакой тенденции на увеличение строительства дорог даже нет. В крупных городах еще более-менее ситуация, но во всей остальной России просто... печалька. Ну и то же самое касается структуры ЖКХ. Вот я вам опять зачитаю цифры. Износ водопроводных сетей составляет 47% против 31% в 2000 году и 16% в 1990. Износ канализационных сетей 44% по сравнению с 27% в 2000 и 14% в 90. А во многих мелких городах с населением меньше 100 тысяч человек аварийный износ составляет от 85 до 90%. Убогость и высокий износ вот этих коммунальных сетей, газовых, водопроводных, энергосетей, такое же больное место, как и износ дорог. Сейчас зачитаю вам цитату выступления Путина в 2012 году. «Устойчивость страны базируется еще и на том, что основная масса людей, владеющих капиталом, принимающих инвестиционные решения, живет в этой стране, связывает с нею будущее своих детей, соотносит свои долгосрочные интересы с ее развитием». Конец цитаты. Как вы понимаете, российская элита совершенно под эту цитату не подходит. Она вывозит своих детей капиталы за территорию России, за границу. И ментально себя ассоциирует с кем угодно, но только не с Россией. Скорее воспринимая Россию как, знаете, месторождение нефти, куда ты приезжаешь вахтовым методом, нагрести себе баблишек и свалить отсюда в какую-нибудь более вменяемую страну. Как вы думаете, будет ли эта элита развивать подобное место? Нет, она выкачает из него все ресурсы и забудет о нем. Еще к минусу правления Путина можно отнести чрезвычайно большой разрыв в доходах между населением. Если еще в Москве и Питере это не так ощущается, то вся остальная территория России намного-намного отстает. Огромная проблема с отрицательным сальдо рождаемости, да? На данный момент оно как бы положительное, но, во-первых, близко к нулю, а во-вторых, это в основном за счет кавказских мусульманских регионов. Еще раз повторю, посмотрите статистику по центральным регионам России и увидите там все красное, просто ярко-красное, насколько вымирает население. То есть соотношение смертности и рождаемости очень плохое. И за 18 лет правления не принято никаких законов, никаких мер для улучшения ситуации. Отсутствие предсказуемости в экономическом и политическом поле страны. Ну да, я понимаю, что все знают, что президентом будет Путин, но вдруг с ним же может быть что-то случится, человек же он смертен внезапно, понимаете? И вот тут совершенно непонятно, что будет. Если во всех других странах с работающей демократией есть и там вице-президенты, вторые главы государства, и там
без проблем пройдут выборы. То есть ничего не поменяется, система не сломается и продолжит свою работу, то в России, как и в той же Белоруссии, смерть главы государства – это прям как стихийное бедствие, будет чрезвычайная ситуация. Сюда же добавим отсутствие политической конкуренции. Полностью зачищенное, стерилизованное политическое поле в России. И подобное всегда происходит при узурпации власти. Само собой. Никаких вменяемых политиков к выборам не допускают. Ну, посмотрите, кто сейчас в выборах президента России участвовал. Это просто какая-то клоунада и состарившиеся мрази, уж извините за такие слова. Конечно, никакой вменяемый человек ни за кого из них голосовать не будет. Если вы мне скажете, ты, наверное, там за Алексея Навального... Понимаете, вот эта ситуация, что типа либо Путин, либо Навальный, она уже сама по себе ущербна. Есть еще куча других политиков. Там, давайте вспомним того же Евгения Ройзмана из Екатеринбурга. Просто их не допускают к информационному полю, а им самим есть чем другим заняться, кроме как лезть на рожон в этой политике. То есть есть куча достойных людей в России, которые просто не хотят во все это вмешиваться, к сожалению. А причина этого вот это зачистка информационного и политического поля ради узурпации власти. Давайте уже подводить итог, если вот теперь окинуть взором приведенные мной плюсы и минусы, опять же, если я что-то упустил, добавляйте в комментариях. Что можно сказать? Приход к власти Владимира Владимировича Путина и его дальнейшее правление, по-моему, было благом, потому что, считайте, это, знаете, как вы пьяный, обмороженный, валяетесь на морозе где-то на улице, какой-то человек вас берет, заносит в дом, там обогревает, поет, моет, устаканивает ваш ливер, чтобы вам дальше нормально жилось. Вот это, считайте, как Путин занимался Россией. То есть он убрал криминал, ну, хотя бы разобрался с ним, да, устаканил экономику, чтобы она начинала работать, начал зарабатывать деньги на нефти, модернизировал армию, создал жесткую вертикаль власти, которая тоже работает. Фундаментальные вещи в управлении государством, они были решены. А вот дальнейшее развитие глобальное, все, оно остановилось. Несомненно, вот это устаканивание, успокоение проблем процесса внутри государства, оно нужно было. Но дальше должен был уже приходить другой человек, другие люди с другими идеями уже для развития государства. Все, у нас уже, ну, устаканилось, это окей. Теперь должно быть развитие. А вот этого не происходит. И люди не хотят отдавать свою власть другим. Хотят на ней паразитировать. Да уже любые слаборазвитые африканские страны могут похвастаться тем, что население накормлено и имеет крышу над головой. Это уже не считается успехом и достижением. Поэтому, кстати, Россию и сравнивают с Нигерией. Говорят, Нигерия в снегах. Минусы, вот, которые я перечислил, они более глобальные и структурные. Это влияет на дальнейшее развитие страны. То есть под управлением Путина страна просто не может подняться на новый уровень. Покорить следующий рубеж. Это идет стагнация вот на этом уровне стабильности. Стабильно, стабильно низкий уровень такой. Здорово. И в этом вот основная проблема. Вы понимаете, я всегда вот выступаю против нынешней политики в России не потому, что мне там человек чем-то не нравится, а потому что я считаю, что это убийство развития страны. Именно поэтому. И скоро Россия вот опустится на уровень той самой Нигерии. Ну, скоро, я не буду говорить, что там в этом году, но при нашей жизни, если так будет продолжаться. А после победы Путина пойдут дальше закручивание гаек. Вот уже, например, подняли, по-моему, НДС с 13% до 15%. В общем, вот такое видео получилось. Добавляйте, дополняйте, спорьте со мной. Ну, а вы видели и слышали Алексея Халецкого. Всем пока.